Самое главное для людей пожилого возраста – это внимание. Иногда требуется просто приехать по-доброму выслушать и помочь. Это одна из задач социальных работников – поддержать граждан, нуждающихся в психологической или юридической бытовой медицинской помощи. В центре также помогают многим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В деятельность учреждения, в том числе, помимо социально-бытового обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, входит оказание дополнительных платных услуг жителям нашего города. Это и побелка, это и оклеивание обоев, это и стрижка, это и покос травы, это и культивирование земли, это и обрезка сухих веток, это обрезка виноградников, это и мытье окон, мытье холодильников и много других услуг оказывает наше учреждение. Мало кто знает, но в центре есть еще такая услуга, как приемная семья. Каждый желающий может взять себе на попечение пожилого человека. Суть этой работы сводится к тому, что дееспособные взрослые граждане в возрасте до 60 лет могут взять к себе в семью пожилого человека. Плата ежемесячно за оказание этой услуги 3000 рублей. Призываем и просим, кто нуждается в оказании такого вида помощи и может взять себе в семью пожилого человека, обращаться в наше учреждение. Помощь людям – ежедневный кропотливый труд. Вот так и работают, стараясь обогреть и защитить самую главную ценность на Земле – человеческую жизнь.